как определил, что карбюратор, брал немножко топлива, значит, искра есть, немножко топлива сюда, буквально там 1 миллилитр с крышечки чуть-чуть чик, налил, заводится, брум, буквально там 2 секунды и глохнет. Ну, то есть, если бы топливо поступало, значит, он бы работал. Топливо не поступает. Поэтому проблема, конечно же, в карбюраторе. Какая, это уже второй вопрос. Поменял огонь. Итак, сколько я не мучился с карбюратором. Разбирал 10 раз. Пытался чистить, промывать, подгибать. Ничего не получилось. Купил новый, точно такой же, один в один карбюратор. Нет, правда, на нем вот такой надписи. Как бы ноунейм, но это тоже не очень. И, в общем-то, я думаю, этот вопрос решится, потому что здесь вот в этой части стоит клапан, который подсасывает, ну, так, типа насосика, который с помощью вакуума, ну, разницы вакуума давления, подсасывает во время работы топливо внутрь, на иглу. Сейчас собираю в обратной последовательности все, как и было. И, скорее всего, это решит проблему. Ну, сейчас посмотрим. Итак, как только поменял карбюратор, вообще никаких проблем. Сразу начал заводиться. Тык-тык, и все. Значит, как определил, что карбюратор, брал немножко топлива, значит, искра есть, немножко топлива сюда, буквально там 1 миллилитр с крышечки чуть-чуть чик, налил, заводится, брум, буквально там 2 секунды и глохнет. Ну, то есть, если бы топливо поступало, значит, он бы работал. Топливо не поступает. Поэтому проблема, конечно же, в карбюраторе. Какая, это уже второй вопрос. Поменял огонь. Ну, в общем, таким образом. Иногда заводился. Если и заводится, чуть-чуть буквально работает, прогрелся и не работает. Иногда бывало так, что минут 10 может поработать. Ну, а так, проблема. Не работает. Вот одна из возможных. Около 8 долларов стоит новый карбюратор. Заменили, поставили и в бой. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Увидимся на канале.